We are currently focusing on protecting the rights of kids. The numbers of kids trafficked for sexual exploitation is increasing. If we talk about the global figures, today we are counting 90,000 victims. 13% are children victims of trafficking. In 2018, the government of Belarus signed the Global Compact for Migration, which also supports the government and the society towards better achievements in the framework of protecting children victims of trafficking and exploitation. Today we have joined for an important workshop on protecting the child victims of trafficking. Серьезная проблема для Республики Беларусь. Этой проблемой наше подразделение начали заниматься 7 лет назад, и мы действительно увидели существенный рост выявляемых преступлений сексуального характера в отношении детей. Латентный вид преступности, на который следовало обратить более пристальное внимание. Самая большая проблема с точки зрения защиты прав детей, пострадавших от насилия, это минимизация их участия во всем этапе расследования этих дел. И сейчас уже делается достаточно много по этому поводу, но, к сожалению, далеко не весь процесс унифицирован, поэтому вот такая встреча, как сегодня, позволяет обсудить те самые вопросы на уровне разных специалистов, прийти к какому-то согласию. So I'm really looking forward to come up with strong mechanisms and to have like a hands-on guidance document at the end of the event. Since 2002, we have created local capacity of the police border guards officers, that these people are enabled to protect the kids, identify them, refer them and prosecute the criminal. Всегда важно проводить такие тренинги. Это прекрасная возможность встретиться все вместе, обсудить, выработать какие-то новые решения. А особенно важно, когда проблема касается наших детей.